Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать новый ритуал, который называется «Активация горловой чакры». Именно в горловой чакре накапливается кармический груз. Очень часто у вас болезни, зона шея, декольте, легкие, горло, щитовидка, шейный остеохондроз или... Очень часто болит горло или еще какие-то другие проблемы, потому что вы получили это по роду, или какие-то кармические болезни, или какие-то кармический груз, который вы по рождению от вашего рода получили. Невысказанные обиды – это все горловая чакра. Есть проблемы, или вы... Уже при рождении получили проблемы или у вас постоянно какие-то проблемы с этой горловой чакрой или в этой органы, которые находятся в этой области, в этой зоне. Я уже с вами работаю. Активируем горловую чакру. Невысказанные обиды. Ком к горлу. Подступает, как будто бы комок в горле, как будто бы сдавленная шея, горло, или тяжело дышать, или тяжело разговаривать, или связки голосовые у вас слабые, простуживаетесь часто. Друзья, если не ваша информация, просто присутствуйте, просто очищайте, просто активируйте горловую чакру. У вас просто очень много, поэтому я рассказываю иногда информацию. Может быть, это даже не о вас, но среди вас есть кто-то, кто меня слушает. Это его история. Конечно же, я не ставлю задачи рассказать все ваши истории, потому что у вас очень много. Меня смотрят разные люди с разными историями, с разными болезнями, с разными кармическими, разными отработками. Но очень часто горловая чакра – это чакра грехов наших родственников, или уже даже вы ничего вроде бы такого плохого в жизни не делали, но у вас почему-то постоянно, как что-то, какой-то мешок на спине несете или что-то тянете, да, такое ощущение, что тяжело, очень тяжело. Но это кармический груз, конечно, который вы получаете от бабушек, от дедушек, от прабабушек, от вашего рода, по папиной линии, по маминой линии. Я просто работаю энергиями, поэтому вы просто смотрите каждый мой ритуал. Работает энергия. Уходят боли. Происходит очищение в каждом моем ритуале. Но все ритуалы разные, потому что мы с вами каждый день разные. Я вам помогаю, высшие силы вам помогают через меня. Чистим горловую чакру и активируем горловую чакру. Очень часто вы не можете высказаться или заикаетесь, или может не можете высказаться, или у вас страх разговаривать, что-то рассказывать. Присутствует страх, невысказанные обиды, подавленное состояние, неуверенное состояние такое, тоже связано со страхами в горловой чакре, с негативной энергией в горловой чакре. Или вы говорите, вам закрывает рот, или вам не дают высказаться, или вас не слышат. Или вы не можете
потребовать то, что вам нужно, или не можете отстоять свою правоту, потому что заблокирована горловая чакра. Друзья, горловая чакра связана и с другими тоже чакрами. Поэтому все мои ритуалы нужно смотреть в комплексе, разные мои ритуалы на моем канале. Молчу я или разговариваю, ритуал работает, не волнуйтесь, друзья, потому что бывает такое состояние, когда у вас дергается, как будто бы тук-тук, что-то в шее, что-то в горле, царапает или дергается, или хочется откашляться, или даже горловая чакра дает импульсы на сердце. От горловой чакры, от щитовидки страдает сердце. Не у всех, друзья, но есть такое. Есть такая магическая такая вот работа, когда делают на шею, как ошейник делают, или магический ошейник, или петля магическая, или вы чувствуете, что вами кто-то управляет, как будто бы вас держит за горло, за шею. И поворачивают вашу голову, да, и говорят, делай вот это, вот это. Потому что у меня магический, эзотерический такой вот канал, такая тематика у меня магическая, эзотерическая. Очень часто проблемы с вашей горловой чакрой происходят или из-за магического вмешательства или из-за магических разных видов негатива, которые делают вам в спину или дистанционно делают вам на расстоянии, вредят или дают что-то выпить, что-то съесть или дарят подарки какие-то. Который вы на себя одеваете, а потом чувствуете, что-то не так, да? В каждом моем ритуале очищается негатив, но у вас у всех разный негатив, поэтому я рекомендую разобраться в ваших проблемах у меня на консультации, друзья. Я с вами работаю, не волнуйтесь. Петля рабства или магический ошейник. Или удавки какие-то, или разные магические воздействия существуют.
Очистка происходит, друзья. Зеваете, хочется покашлять, откашляться, да? Кто-то чихает. А у кого-то печет горло, в шее простуда какая-то, аллергия. Бронхи, дышать тяжело, да, у кого-то астма. Не у всех, друзья, не у всех. Работы с вашей горловой чакрой. Пульсацию можете чувствовать в горловой чакре. Леденцы для горла, да, от боли в горле. Принимаете. Не все, друзья, кто-то из вас, кто меня смотрит. А кто-то занимается йогой или посещает занятия йоги и читает мантру на горловую чакру, да? Или мантру, или звуки на активацию горловой чакры, тоже меня смотрит. А кто-то чувствует, как будто бы сейчас вытягивает иголки из горла, из шеи, да? У кого-то из вас такие ощущения, потому что делают вольтовую магию, колят иголками, булавками и так далее, черную магию делают. А я очищаю следствие, друзья, чистка у меня. Кто-то вредит вам. Не всем не принимайте информацию всю подряд у меня на канале. Принимайте чистку, потому что не всем колят иголками в магических ритуалах, вредят не всем. Кто-то просто выпил холодной воды, любит, да, мороженое, кондиционер, холодная вода, напитки холодные какие-то, я смотрю, и проблемы с горлом. Смотрите несколько раз этот ритуал и другие мои ритуалы. Комментарии пишите, я вас благодарю за все, за помощь в развитии канала, за благодарности мне, за комментарии, за подписки.
Я благодарю вас. По поводу консультации пишите мне в WhatsApp, Viber, Telegram, только SMS, друзья, пишите мне, пожалуйста. Не звоните мне, пожалуйста, друзья. По поводу индивидуальной работы с вами тоже пишите в WhatsApp, Viber, Telegram, друзья. Благодарю вас всех за все. Вместе мы сила, высшие силы вам дают помощь через меня. Жду вас на моем канале. До встречи, друзья!